кстати, на следующий день после независимости отмечает одна из бывших советских республик – Казахстан. Закон о суверенитете местный Верховный Совет подписал 16 декабря 1991 года. За 20 лет здесь уже сложилась традиция – гуляют два дня перед праздником амнистия и награждение особо отличившихся. В этом году парламент решил отметить самого президента и добавить к титулу «Елбасы», что значит «лидер нации», еще и «Халык Кахарманы», то есть «народный герой». Однако Нурсултан Назарбаев указ этот не подписал, мол, негоже главе государства награждать самого себя. При этом Назарбаев отметил, что не против учреждения нового праздника в свою честь – Дня первого президента. Этот день будут отмечать 1 декабря.